гоняют мои Тиффани. Тиффани, я уже загнала эту. Я уже загнала эту домой Сашу. Терри. Но гоняют Тиффани все время. Африка, прекрати. Так, о, папа что-то делает. Это какой-то кошмар. Тиффани, ты куда делась? Иди, я уже Терри дома, я уже ее загнала. А чего вы кричите? Я попугай, но чего не кричат? По попугаю будет что-то новое. Кормушка какая-то. Никого не вижу. Ни лис. Где-то все в засаде сидят. Луция, ты гоняешь лису или кто? Пугаю, у вас что-то сейчас будет, не знаю что. Что-то папа мастерит. Что-то гудит. Так, собаки, ушли отсюда. Тебе собаки близко не подходят тут? Надо лезть домой загнать, пока ты варишь. О, какой красивый цвет у нас тут. Лунтик, красопетовный, мяу, а где Тиффани? Так, Тинтиня теперь не вижу. Чё орёте? А? А сварка воняет, насколько я вижу. Что ты? А, не дружит с тобой лиса, нет? Убегает. Потому что я уже, видишь, Терри домой загнала. Вы же гоняете. А тут сварка. Надо, чтобы она к папе не подлезла. Извините. Красивая собака, помою на днях вас. Будете очень красивые, страшно красивые. Тиффани, иди сюда. Такая мусорщица, кошмар. Пойдем посмотрим, где у нас еще кого нету. Никого нету. Где же наши лисы, не знаю. Где-то в засаде. Не видать? Такое впечатление, что не видать. Нету лисиц. Под машиной. Ай-яй-яй-яй-яй.
Тиффани еще ест. Червяков там нашла, что ли? А ну-ка. На солнышке. Она находит самые грязные места. Черепаха. Зачем ты сюда прилезла? Тиффани, ну что ты здесь делаешь? Зачем вам двор, где залазят, заезжают машины, а? Зачем? Черепаха думает, я тут еще не косила. Она меня косит все время. Ты хоть поймала что-то, Тиффани? Расскажи. А где Тинь-Тинь? Чего я его не вижу? М? Да, вот так себя ведут эти животные. Просто ведут и ведут себя. И Африка уже сюда пришла. Тут же так интересно, что-то валяется. Иди, мать, моя, обрадовалась, Африку увидела. Не, ну под машину-то не надо. Вот такой зверь подмашинный. Тиффани, иди сюда. Африка тебя не гоняет, во-первых. Тиффани, уже не вижу, а? Тиффани, а это я ж тебя домой загнала. Специально для тебя. Для Тинтиня. Чтобы вы бегали спокойно, чтобы они за вами не бегали. И к сварке бегать нельзя. Папа там варит и будет меня ругать. Что лисы мешают. Ой, что-то ж там. Там, конечно, очень интересно. Там много чего, скажи, водится. Скажи, водится и заводится. Так, ладно, я пошла туда к папе, а ты сама гуляй. Типа, не можешь тебя тут оставить саму? Не будешь под машиной сидеть? А сзади это страшно. Ой, так боюсь, тут пчелы летают. Хоть бы не поймала ее. Тиффани, здесь пчелы летают. Здесь надо аккуратно. Да. Ты же сама пристаешь к Африке, я же видела. Африка, ты же ее не трогаешь, не гоняешь. Ты же сама к ней только что приставала. Скучно, скучно. Надо Тинтине срочно найти. Главное, чтобы он в машине не сидел. Ты их выгнала на улицу, не вижу. Может, бывает, раз в машину, там коты сидят. Пошли себе, уселись, а двери открыты, думают, может, проветриваем. Двери открыли, сидят в машинах, бывает. Ну, такое. Да, Тиффани? Ой, ты моя побегалка. Ой, 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 побежал. Тут так интересно, скажи, все равно. 100 раз интереснее, чем по горшкам надо походить, конечно. Не, ну зачем копать? Вот в земле копаешь. Что ты в вазонах копаешь, Тиффани? Вот убеги во двор, беги.